Добрый день, участники фестиваля Golden Times. Я Марина Унил Спенсер, член вашего жюри. Рада приветствовать вас и хочу немножко рассказать про ваши результаты. Я буду говорить про тех, участников, кто мне понравился больше. Потому что участников было очень много, все очень талантливые, очень способные. Но те, кто больше всего запомнился мне, вот на эту тему я пообщаюсь. Значит, вокал академический Даниэла Бандалак. Взрослая категория, потрясающая девочка, 10 баллов я поставила, самую высшую оценку. Дальше. Также понравилась Елизавета Касаткина, Нигар Арунова, тоже 9-9, и Цумбели Надежда, 9-ку я поставила. Мария Сунгарская, я поставила 10 за первые две песни, и Фуникулер также вторую песню. А третья мне понравилась чуть-чуть меньше, поставила 9,5, потому что там надо работать над языком, над произношением, да? Значит, поп-вокал. Пройдусь по вторым местам. Девятки. Кристина Ксиловская, 9. София Кикина, 9. Погорели Дарья. Первая песня 9, вторая 10. Супер. Там даже гостел присутствовал немножко. Дальше, следующее, что у нас тут. Стефани Белочлавик, 10. Очень хорошая участница. Дан Кучин, 9,5 и 10 из Израиля, участник из Израиля, потрясающий мальчик. Также, я так понимаю, это была его сестра Элия Кучин. 10,9 я поставила, тоже очень хорошие участники. Манелла, 9. Следующее, кто запомнился, Нурбек Кузы Альфия, 9 из Казахстана. Также Стефани Мюзикл, Белочлавик, 10 я поставила, вторая песня у нее. Мария Якимчук, 10. Вторая ее песня 9, тоже неплохо. Мария Сайкина 9, София Ларушкина 9, Анастасия Казаневич 10, Злата Вайкович 10, Брей Артем великолепно 10, Никита Коношенков чуть-чуть послабее 9, Азиль Изразильбеков 9, Дарья Аскар, я бы сказала, что она у нас мисс персоналити, очень хорошо, талантливая такая девочка. Мне понравились все три песни, но больше всего понравилась третья песня. За третью песню поставила 10 баллов. Дальше, опять-таки, Азиф из Разилбеков 9, Жукова Анастасия 9, Мария Кулиш 9 с плюсом, 9 с плюсом, София Тимофеева, джазовые певцы были очень, певицы были очень сильные. София Тимофеева я поставила 10, Злата Вайкович немножечко послабее 9,5, Жукова Анастасия 9. Дальше, вокальный клип мне понравился у Надежды Гавриловой. Поздравляю всех участников с окончанием фестиваля. Ждем вас снова, с новыми работами. Легких вам ног, хороших вам распевок, потрясающей погоды.